18 лет в любви. Приближалось 18-летие доченьки. Этот день вызывал волнение у меня. Мы все к нему готовились, и, конечно, нахлынули воспоминания. Итак, 8 июля 2003 года в городе Краснодар, в роддоме номер 5, родилось рыжеволосое солнышко. Девочка Олеся весом 300 и ростом 52 сантиметра. Уже тогда изящна и стройна, как настоящая принцесса, с головы до кончиков маленьких пальчиков. У нее был старший брат и большая семья, которые ее очень любили и поддерживали во всех начинаниях. Сумка, она на тебя похожа. Ты моя хорошая. Любовь к хореографии у милой девочки проявилась с самого раннего детства. Олеся Болотова, это наша класс, активистка, заводила всех девчонок. В детском садике участвовала во всех утренниках, читала стихи и танцевала. Исполнительница будет мама вчерашняя школя, и теплее взгляд у папы подмигивает брат. Будем слез лить из садика, когда вы выходите. Целый вечер будем плакать за садиком. Привыкли за садиком. А теперь уходить. Уже тогда у нее был прекрасный вкус. Она любила бальные платья и всех наряжала. Делала прически, устраивала балы и праздники. Была аккуратная, внимательная, собранная, ответственная, отзывчивая, как истинная принцесса, мечтающая однажды стать настоящей феей. Я бы хотела, чтобы стать феей, но некоторые говорят, вот Таня мне говорит, что можно стать, мама говорит, нельзя стать. Вот я хочу спросить у Деда Мороза. Так, сейчас приглашаем Олесю Болотову. Поклопали, девочки! Чтобы постичь все тонкости этикета, а ведь без этого юной леди не обойтись, с 7 лет она начала посещать школу искусств и мод. Училась красиво ходить, говорить и петь. Место штыбля.
Танцы ее сопровождали повсюду, как знак. 1 сентября. Новая жизнь и новая мечта. В общем, стали мы хорошие, на больших ребят похожие. 87-й, с вами точно станем мы друзьями. Тогда она поняла, что больше всего ей хочется заниматься изящными и эмоциональными, яркими и пластичными восточными танцами. А еще участвовать в соревнованиях и побеждать. И однажды Олеся попросила маму найти ей тренера, и она нашла ей школу. В 10 лет они пришли в клуб «Интро». Хотя отбор был окончен, но талантливую девочку взяли сразу. Ее дебют на сцене состоялся всего после полугода занятий. Этот момент остался в памяти надолго. Хотя и не был отмечен наградой, Олеся не расстроилась и продолжила усердно заниматься. И ее усилия вознаграждались с каждым соревнованием. Ей так нравилось выступать, огни и сцена, музыка и танцы, что и дома она радовала всех настоящими праздниками. Даже продавала билеты на свои выступления. А свой юный коллектив к каждому номеру готовила очень серьезно. Года бежали. Школа, тренировки, соревнования полностью наполняли ее жизнь. Пожалуй. Итак, я веду прямой эфир. Как обещала заснять Деда Мороза, вы видели уже. Лес, на нем люстра, луна, носит, как паркет. Сейчас уже... 11:05, да. Наступит 2015 год. Она тренировалась и дома. Даже уборка превращалась в искусство. За это время у Олеси, как у истинной восточной принцессы, скопилось множество золота и серебра ее побед. Чемпионка по Краснодарскому краю, в ЮФО, призер России по Belly Dance. Вот уже и выпускница школы. Маленькая звездочка большого и красивого мира. Она блистает на каждом празднике и дарит красоту и любовь своим друзьям, близким и родным, выражая ее в каждом движении восточного танца. Ее истинная мечта сегодня – стать педагогом-хореографом, заниматься с детьми и делиться своими знаниями, вести к победе, как когда-то ее тренер и родные помогали ей поверить в себя и добиться высот. И она к ней стремится. Олеся – студентка уже третьего курса педагогического колледжа. А значит, ее мечта сбудется, ей останется только встретить своего принца и жить долго и счастливо. Но это уже совсем другая история. А пока она
главная гостья на балу своей жизни. И пусть каждый ее Новый год будет в любви.